your turn to ban. Hello, всем. С вами больной парнишка. Seconds to go. 5 seconds. Into the dragons. This should be interesting. Twin nature. Thirty seconds to battle. Подвышка его подбеги. Тихонько, подвышка. Нахера? Что за вопросы, блять? В смысле нахера? Он долбоёб, блять. Он тебе просто сразу в начале игры дает понять, кто он и что он. Да нахуй не буду ничего давать. Бля, можно вопрос? Можно вопрос? Только честно спрашиваю.
Вам не кажется, что у нас слишком много, блядь, саппорта? Слишком много. Контроли, конечно, хорошо, блядь, но... Урон кто будет принимать? А урон у них, блядь, я ебал. Блядь, я урона наношу, пиздец. Ты урон наносишь? А я тогда... ебошу. Хотел сумничать, да? Ну да. Не, ты про меня или про себя? Про тебя. Не, я не хотел. Я умничаю. Взаимно. Ты мне просто будешь моргать, что враг идет? Я бы тебе рекомендовал третий скилл, блин, накидать. Превосходно. Великолепно. Прекрасно. Умопомрачительно. Какие еще эпити? Превосходно. Сногсшибательно. Изумительно. Ты, блядь, меня не дразни, я потом хуй заткнусь, блядь. Вызывающе. Кисюлю. Я маму не жалею, урона не приеду. Всем на
сейчас я какой-то помню. Как говорится, ice wall в кармане, вперед, крестьяне. Да. Да все, оставь его, блядь. С мертвецами, как говорится, не играет. А мертвых либо хорошо, либо пошел нахуй. Как пиздаст, так и отвянет. О, кунка, кунка. Ненавижу его. Глубоко сожалею. Баха. У тебя мохнатки, блядь, выросли. Я говорю, у тебя мохнатые яйца выросли? О, бля, давно. Но. Седые еще причем. Сразу седые выросли? Похвально. Да-да. Это как-то Фукусима все дела? Бля, холодно. Недавно это перевернул. Да ставьте его, его, блядь. Да, мужик, успокойся. Хары. Пиздец, уберите, заберите у него нож. Ну, вард. На хайграунде, может, тоже вард стоит. Может, ему похуй на твой вард. Может, он в принципе в рот ебал все эти правила. У него ульта, походу, перезарядил. Чё он такой выебывает? Меня двое ушли. Бывшие? Да, бывшая. Так,
Не-не-не, все, хары. Эй, аппарат. Че, кинешь что-нибудь? А? Нет, аппарат, ничего не кинешь. Ну, а, нет, кинул. Пугну, пугну. Пока только аппарат живой, поторгуй ебальником. Рано. Рано. Кстати, два саппорта не так уж и похуёво. Тот вивер, кстати, ходил осторожней. Да все, мужик, хары. Все, не борчим. Не борчим, слово знаешь? Да все, он сдох. Подойди хотя бы в мою сторону. Серьезно? Мана, восстановись. Кто-нибудь дайте заглотнуть ману. Бха, перестань. Они все без ульты.
Все, 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 мужик, харе, 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 харе. Здесь, блядь, оставили, блядь, называется. О, регенка. Вниз. Мой дельта отряд выдвинулся на позицию. На, не рекомендую. Да блять, дайте ему пизды. Ну да. Где там ба? Где там ба? Там ба где? Там еще кто-то идет. Так. Дастов нет, ульты нет, ничего нет. Благодарю. Рекомендую тебе это взять. Половинку инвиза. Амулет вот этот. Я и этот хуйню, блядь, взять. Ты сможешь, блядь, подсасывать у врагов. И, блядь, просто увеличивать количество. Ну ты понимаешь, да, о чем я? Типа ты ушел в инвиз, драка продолжается, и ты начинаешь уж всех подряд сосать, блядь. И они такие, да, блядь, заебал, блядь, дай нормально посрать. О, нормально. А этот-то не умер? Сейчас мне это не хотят подать. Иду. Пацаны на них сканились. Заебал. Опа, кура идет. Вот траектория. Мне чуть-чуть не хватает. Ульта есть у Джаги? Да. Да, есть, говорю. А. А, нет, подожди, он на ком-то прыгал. Нет, нету. Да хуй с ним, всё, всё. Ты японец? Ты чё, японец? Ты говоришь сука. Сука, это на японском.
Да у тебя нет шансов, долбоёб, блядь, все, все. Оставь его. Бля, мне еще урну, блядь, в идеале, блядь, купить надо. Они там, бля, охуеют вообще от жизни. Гандон, все заебете. Бля, пиздец, жрут и жрут, бля, 78, бля, две жопы, бля. Я к ним не хотел собирать, они, бля, блинк сбивают, сука. Блинк сбивают? А. Ну ты, ладно, там вариантов нет. В принципе, под тоже можно блинк. Ты стой, куда? Ты дурак. А куда этот съебался? Все, мне пора на базу. Мне кажется, он что-то поставил. Не иди туда, не иди туда, не рискуй. Он просто встал здесь на секунду, и у него четвертый слот свободен. Ну, когда ты возьмешь? Две мачты на этой бригантине. Две мачты на этой бригантине. Уйду. Две мачты на этой шлюхантине. Ух
За пизду и короля. Тут вард стоит. А, этот аппарат ставил. Ну, блядь, ну, гандон. Бля, жучков собирайте, это, бля, лишние деньги, долбоёб, иди нас. 33 монеты, блядь. Да ля, мы не пизда, пизда, блин, пизда, пизда. Вот теперь точно. Блядь, нет? Живем? Да. Спасибо. Да, все, все. Все, 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 все. Полезай обратно, обезьяна. Эй, эй. Вернись, пожалуйста, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Эй. Ты же хочешь умереть быстро? Он быстро умрет. Он очень быстро умрет. Красавчик. Твоя храбрость достойна, Мари. Ты же умрешь, блядь, ты же умрешь. Нет, не умрет, ладно. О. Они все так откомбэкаются, нас золото и всю хуйню дали. Не-не-не-не. В любом случае мы можем обвинить БХ. У нас всегда есть байбайбэк. Типа, что бы ни произошло потом, блядь. БХ с нами не бегал бы. Репорт. Два репорта этому господину. Бля, дайте эту штуку мне. Это плюс 300 к атаке. Еблан, сука, нахуй. Это плюс 300 к атаке, блядь, к дальности. И у меня, блядь, я не знаю таких цифр. Тысячи. Как снайпер, блядь. А теперь представьте, 300 урона отсюда. Это хуйня. Стан. Вот это хуйня. Вот это хуйня. Бля, я так чихнул, что у меня, блядь, очко заболело. Это нормально? Че, нормально у вас? Thank you.
Бля, а я саппорт? Я чё-то просто, блядь, в самом начале игры не понял. Я просто в начале игры не понял, поэтому неправильно собрался. Не, ну я же такая фишка, наверное, дазл керри. Ну да, бля, дазл геморроидальный персонаж. Бля, я серьезно говорю, он пиздец заебывает. Вот это, блядь, замедление кислота, блядь, а потом, даже если его хорошо побьют, то, блядь, это бесполезно. Он ТП? Или там закончилось? Просто просвети его. А, ТП. А, хотя, мне кажется, закончилось, потому что как-то странновато он, блядь. Бля, пацаны, это просто что-то с чем-то, блядь. Я ебал. Если Джаггер ушует, а я ухожу в инвиз, он остается на мне? Нет. Если там вижена нету, то не остается. Спасибо. Да не за что. Но суть в том, что там 0.25 секунд задержка. Ноль маны. Маны. Бля, хуёво, сейчас вообще с ним не будем. Мужик, нет. О! Я охуевший! Не настолько. Это жуки ебаны. Ты видел, да? Ты же нету него, да? Что нету? Ульты нету. Не знаю. Это не все вас. Да ну нахуй. Куда ты их смыл, бля? Он хилится, блядь, по 7%. Бля, не давайте им эту хуйню, вы чё? Это всё потому, что вы меня не любите. Да я серьезно. Все шикарно зашло. Ну так, блядь, надо, блядь, урну, блядь, покупать надо. Я без приколов вам говорю. Там, блядь, пацан этот геморроидальный, блядь, максимально. Смотри, там, блядь, тараска, блядь, и первый скилл. Он восстанавливает больше, чем ты можешь его нанести. Не, я, наверное, урну не буду собирать. Урну пусть кто-то из керри собирает. Кому постоянно частый урон нужен. Я пойду лучше вон вот этого, блядь, ёбну. Дворды стояли. Ну
Не в твою копилку. А он неплохо, кстати, придумал. Он, блядь, закручивает, типа, ну, залетает, типа, на дугу. А потом просто, блядь, атосом ебошит. Нормально. Кстати, он в какой-то момент... Здесь нарочки пошли, да? Да. Но, блядь, не лезьте туда. Там, блядь, если... Пытаюсь, там... Да. Не спроектированный, блядь. Да вам, блядь, на полном серьезе рекомендую съебаться отсюда, блядь. Да оставьте вы, блядь, рошу, потом, блядь, у них отберем, блядь. Там вообще, блядь, ничего не напасло, что за хуйня? Так потому что, блядь, оттолкнули, блядь. Ты чё? Ты не заметил? Нет, по всем же дал. Не дал. Он уже вне зоны был. У тебя только две волны, блядь, пошло. И это где-то 100 урона, ну, блядь, если повезет. Бля, вопросы к этому, кунки. Он оттолкнул, и ты в этот момент прыгнул, когда они уже, блядь, чуть дальше отошли, чем нужно. Я понял. Типа ты здесь был, а они уже, блядь, вот здесь где-то. Хотя зона должна была попасть, но там же у тебя маленький радиус какой-то. 600. Ну, 600. Где? Я тебе еще раз, блядь, на полном серьезе рекомендую, блядь, эту хуйню взять. Красавчик. А, блядь, как... Чего, блядь? А как он выжил-то? Не, бля, вообще интересно. А как он выжил-то? А маме можно кто-то дать? Нет. Нет. Да, ты же не сам, это Кири, блядь. Да. Точно. Охуел, что ли, бля. Если даешь вот сюда, давай, блядь, между ними. Все равно у нас зона, блядь. Вот, вот, между. Чтобы все три здания, блядь, получать. Хуёво вы прикрываете. По КД ставь, по КД, блядь, по КД. Ставь, чувак, ставь! Я тебе на полном серьезе, блядь, о, все, он прокачал эту хуйню, которую они, блядь, инвиз, блядь, проявляют. Они теперь палят тебя. Палят, но до сты, блядь. Нет, нихуя не было, на пугне до стов не было, блядь, жуки. До сты, он ёбнул до сты. Нет, ёбнул, досты, на нем жух, два. Когда досты закончились. На нем два дебафа было. Точнее, баф и дебаф, бля. А я вот второй не помню, бля, какой. Один жуки были, а второй, бля, еще какая-то хуйня ебала. Бля, вот если честно, можно, блядь, как назад. Он сейчас просто прыгнет с хайграунда, бля, и пиздец будет.
Пугна, возьми. Меньше будем, блядь, брони на них тратить. Ну, маны. Я имею в виду, что быстрее. Бля, пацаны, там такая хуйня идет. Короче, смотрите, в чем прикол. Шейкер, после меня залетаешь, окей? Потому что я дам, блядь, раз скилл, два скилл, три скилл, блядь. Потом, блядь, еще раз повторно. И ты залетаешь между вторым и первым, понял? Я кидаю ульту, и ты залетаешь, блядь. Чтобы они больше замедлены были, понял? Они столько, блядь, пизды получат. Да-да-да-да. Самое главное, чтобы ты, блядь, не тупнул. Вот вы, блядь, деритесь внизу. Вот внизу деретесь вот тут. Ты понял, да, к чему? Наши пинки не сбили, блядь. А есть лотар, если что. Быха, осторожней. Они удачного момента ждут. Они сейчас одного выхватят кого-то, блядь, типа кунки. И потом сюда пойдут, потому что, блядь, без одного нам намного. Кунка что купил? А, не показалось. Я думал, это инвентарь, блядь, кунки. Я думаю, что за хуйня? Ебанулся, что ли, блядь? Старик под старый след. Они, кстати, под достами тоже могут быть. Назад, 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 назад. Они, бля, одного ждут, говорю, выходи. Все, блядь, началось. Смотри. Им придется залезть сюда. Им придется. У меня, блядь, 230 секунду наносит урон, понимаете? 2300, блядь, если они чисто на этой хуйне будут стоять. Если ты еще третий накинешь, они такие ебала там получат, блядь, охуеете. Так, досты летят. О, это против этого. Сейчас на хайграунде поставят, блядь. Не рискуй, блядь. Фармишь, фарми линию, блядь, вот до отдаленные точки. Кунка красавчик. Да я говорил, они сейчас нападут. Посмотри, они с этой башни сейчас начнут, потому что они ближе к этой. О нет, нихуя, они поумнее. Шейкер, далеко? Давай! Пойдем, красавчик, видел, блин? Ты понял, к чему я это говорил? Красавчик, красавчик. Давай пососемся теперь в лесу. Я? Стримлю. Привет. Здорово. Да не, не стримлю, кому я нахуй сдался. Не, я пытался стримить, блядь, потом посмотрел там. Все меня нахуй посылали, блядь, подписчиков нету, ничего нету, блядь, донат 200 рублей всего, блядь, получил за год. Приятно, конечно. Назад, назад, давай, подождите меня, назад, отойдите. Назад, назад, чуть назад отойдите вместе со мной, чтобы залететь. У меня, блядь, все эта хуйня, блядь, не просто так, блядь, лежит. Двойная линия, блядь, урон двойной. Вот теперь можете начинать. Давайте, объединяйте врагов. Давай, давай, пушьте кто-нибудь. Один, вокруг одного, блядь, кто больше всего выживаемый. Начинайте, блядь, дальше уже будет весело. Если меня схватят, вам пизда. А за эту хуйню спасибо. Они этого ждут, тотемщика. У них здесь огромная, блядь, возможность. Нахуя ты их отталкиваешь? Объясни мне, пожалуйста. В душе не ебу, блядь. Баш? Баш. Баш, блядь. Хуй. Так,
всегда бомба и кайф, ебай. Ну чё, блядь, я вам про это и говорил. А меня разъебут, блядь, я вам серьезно говорю. Я получу секс прямо в лицо. Давай без меня. И ты еще спрашиваешь, что я делаю на таких рейтингах? Ну, судя по всему, подсасываю. Пам-пам, парабам. Это каламбур типа был. Захватите точку, я не хочу, чтобы они меня видели. Сейчас, 7 секунд. Назад, 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 назад. Оставьте, оставьте, он ульту проебал, он долбоеб. Что? Я вам говорю, блядь, назад. Вы меня, блядь, не слушаете? Что вы получили? Бессмысленную драку. Он ульту ебанул, блядь. Он юзнул все, блядь. Если бы вы технично съебались, он бы остался, блядь, с носом, блядь, и без маны. А вы начали драку, блядь. Кто не начал драку, блядь? Кто это? Кто? Шейкер, блядь. Нет, не шейкер. Шейкер, блядь? А, нет, или пугно, блядь. Кто-то его, блядь, в очко, блядь, залез. Я в ахуе, пацаны, так нельзя. Все там были, я там тоже, да, побывал. Я тоже побывал в вашем очке, блядь. Типа, вы мне пизды дали за эту хуйню, блядь. Я еще накидываю скиллы, а они все в разнобой, поэтому я, блядь, между ними кидал, чтобы, блядь, думаю, ладно. Типа... Где мы успевали еще? Да. А почему у меня счет, блядь, больше, чем у Кунки, мидера? Я что-то нихуя не понял. О-о-о, слушай, слушай. Пожалуйста, купи, пожалуйста, этот, блядь, пугно. Прошу. Я просто, я смотри, что покупаю. И мне некуда его ставить. А, кстати, лес пофармите чуть-чуть. Там одного предмета у нас нету из тира. Положи, переложи, блядь, в карман. Блядь, выебывался. Урон от заклинаний 6. Бля. Так, надо прочитать, что мой огоним делает. Увеличивает длину огня, ее длительность на 20 секунд. Урон становится чистым. О, да ну нахуй. Нормально. Бля, если бы я с продажи сапога получал бы, блядь, чуть больше монет, я бы продал бы сапог. А это бесполезно. Это
Может, блядь, кто-нибудь захватит точку и варды снимет, которые, блядь, и вот здесь поставил, блядь, вот здесь поставил. Вот здесь, не помню, поставил, нет. О, 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 вот этот предмет, блядь, пугни, дайте, блядь. Или кунки, кто там, блядь, танкует? Кто там больше всего, блядь, страдает? Кунка, блядь, ну нахуя? Тебе там много ума не нужно, блядь. Дал первый скилл, все. Вот тебе, блядь, минус нахуй 2500, блядь, урона. Мне чуть-чуть подфармить надо, мне аганим нужен. Никакой драки. Уходи. Домой, я сказала. Бля, вы уже начали, да, драку? Сзади, сзади. Опа. Нет. Не, нихуя. Да ебаный ваш рот, я аганим только собрал, вы чё? Бля, если вы сейчас отдефываете, я начинаю разъебывать линию. Шейкер? Нет. Ну, в любом случае, кто виноват? Кто начал драку? Объясните мне, кто начал драку? Шейкер? Я не начал драку, алё. Да не, я не говорю, что ты начал, я говорю, что, бля, отойди. Бля, не, там, блядь, никто не возродится за это время. Ну вы, бля, проебали, чё я могу сказать? Вот вам ссылка, блядь. Я набрал, что я не стрелял. Это пизда, пацаны. Я ебал, блядь. Как так, блядь? Все хорошо играли, но что-то проиграли. Ладно, бывает. Меня даже нету. Очки Бибару, ой-е, очки Бибару. О, сука. Блин, как же здесь душно, бля, как жарко, бля, я потный пиздец, бля.
Your favorite part. Banning. 5 seconds. Здорово всем. Такая же хуйня. Бля, достань, пожалуйста, бля, откуда у тебя микрофон, бля? А вы чё, мы не слышим тебя, бля, мы не понимаем, бля. Харэп через нос разговаривает. Нахуй мити, да? Я ебашу рандом. Я не понимаю, бля, что ты говоришь? Рандом. Наушники рандом. Купи, наушники. Что, рандом? Долбоёб, чё могу сказать? Да. Я рандом. Всё, давай, рандом, бля, долбоёб. Бля, пиздец важный, блядь. Какой важней курицы. Рандомы, блядь, долбоёб. Доктора. А кого показали с нашей команды? Здорово. Здорово. Кого с нашей команды показали лучшего? Я. Тебя показали? Ты лучше. Вы понимаете? Я говорю, кого из нашей команды показали, говорю, кто лучший, блядь, игрок? Я! Так я понял, ну чувак спрашивает. Бля, тоже купи наушники. Я. Не хочу. А придется. Замечательно. Все понял. Там хаос. Ну, наверное. Энигма. Хаос. Друв Риндер. А ну-ка посмотрим кое-что. Ну-ка. Ааа, все, бля, видно. О, нормально. Хорошо. Шикарно. Так тому и быть. Спи.
Мирана, перестань. Да! Таков уж мой врачебный долг. Ну, конечно. А вот и я. Да, я взгляну на тебя изнутри. Несите меня, кости. Несите меня, кости, гомосиком в гости. Ну, вот так я здесь и оказался. Бля, мне одного сплэша не хватило. Дровка ушла. Так тому и быть. Да. Спешу на визов. Конечно.
о твоей смерти не узнают. Да, о, дизраптор сейчас, бля, халяву поймает. Ману, чуть восстанови, иди сюда, она, блядь, раненная. Она раненая, блядь, на первый скилл просто, и все. Первый просто скилл дашь, она разъебется там, блядь, в пух и прах. Все. Достаточно. Чем проебана? Все нормально. Спешу изо всех сил. О, да. Несите меня, кости. А вот и я. Ты че, охуел что ли? Он там в край ебанулся что ли? Здоровое тело, здоровый дух. Давай, на миду пофарми пока. Замечательно. Спешу на визов. Еще чуть-чуть и карпатова могила исправится. Ну, конечно. Спешу изо всех сил.
Ты рискуешь. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Ачики пибару, ой-е, ачики пибару. Они в инвизе? Я иду. Ты же ее не ёбнешь, зачем? Ты же его не ёбнешь, блин, зачем ты это все? Пиза страдания. А можно мне предмет на дальность, блин? А? Типа, ну, было бы полезней. А не лошадка эта ебаная. Несите меня, гости. Your bottom tower is under attack. Вперед. Your bottom tower is under siege. Вы же не дадите ей мир разъебать, правильно? Ну, конечно. Thank you.
Если они уходят в инвиз, сразу говорите. Ну уже, блядь, начни фармить, пизда ты ебаная, блядь. Что ты такая тупая? Назад. Ты конченый, блядь, ты долбоёб. Ладно. Я понял, удачи. Будешь умирать, даже не проси ни о чем. Иди нахуй сразу. Тупейший момент был, блядь. Тупейший, сука. Бесполезное использование ульты. Просто конченый, блядь. Не я получил, блядь, чуть-чуть киллов, блядь, и заработал, блядь, себе на предмет. А ты, блядь, и нихуя, блядь, все равно не произойдет в конце игры. Дегенерат ебаный. Сможешь меня к нему закинуть? А ульта? Все, ясно, ясно, все. Ладно, ебитесь вы конем. Пизду. Зная, что Энигма имеет способность ультовать, ты подошел, блядь, и залез ко мне в очко. Ай, сука. Блядь, один умнее другого, блядь. Один ульту использую, чтобы, блядь, 200 монет заработать. Они в инвизе. Он двоих вас заберет.
Я не лезу, я не лезу, и вы драку, блядь, просто так, блядь, ни за что получите. Ну? Несите меня, кости. Подсвети мне, пожалуйста, в более большой, блядь. Спасибо. Потому что я, блядь, через деревья, блядь, неудачно встал. Кому-то пизда, мне кажется. Блять, пиздец, все варды ломают. А кто из вас саппорт, блять? Дизаптор, ты? Или ты, блять, спектра? Хуй поймешь. Come off.
Я не понимаю, о чем. Мне фарм, ну, блядь, нужен. Вы тупые, пиздец, блядь. Вы, блядь, мне фарм не даете, сами не атакуете. Я не знаю, что вы хотите, блядь, от жизни. Мне дают пизды, когда я рядом с вами, блядь. Единственный, кто нормально отличился, это вот этот, блядь. Люденс, блядь. Он вроде как осознал, что можно помогать для своей команде. Ну, конечно. Он должен сдохнуть, скажем так. Должен. Пока еще не время. Спешу изо всех сил. А вот и я. Хаос проебал Аганим, бля, я свою работу выполнил. Вперед. О, баш, заебись. Враг здесь, если что. Вот тут. Ну, ладно, вот здесь. Назад. Ой, блядь. Ой, блядь. Может, все-таки отдашь предмет на дальность, блядь? Мне эти 75 как пиздец как помогут. Благодарю. И книжку, ладно, хуй с ним, бля, я уже наглею. Ворды ставьте, все, больше вопросов у меня нет. Я, бля, в ближайшее время Аганим куплю. Дальности у меня хватает.
Левая самая. Ну, блядь, может... Он в инвизе. Он в инвизе. А вардов нет. Вот тут вард стоял. Ну, я думаю, и тут, блядь. Хули я туплю, у меня, блядь, самого варда, блядь. Я же закупился до того, как выебываться. Все, у меня есть аганим. Мы не ищем легких путей. Смещу на призов. Так. Спешу изо всех сил. А вот и я. Дизаптер, купи метеор. Аганим хорошо, но метеор лучше. Третий скилл. Ты в него кидаешь, блядь, метеор. Все горят, получают урон, блядь. Вейл оф Дискорд кидаешь. Все, там, блядь, вся хуевая по 2500 урона, блядь. Беги в мою сторону. Ладно, лучше, блядь. Бля, повыебывайся вот здесь. Ладно, не получится. Если на тебя нападут, беги в мою сторону. И желательно делать вид, что-то, блядь, типа ты, блядь, умрешь, если ты понимаешь, о чем я. Типа у тебя нет помощи. Лезь на хайграунд. Замечательно. О, пофармить на ней можно. Это персонаж АФК. Нож кидаешь, блядь, бежишь за ней, все. Драку начни, блядь. Синициируй, блядь, ее. Синициируй драку, ты чё? Блядь, с вами что? Нет, не сейчас, блядь, ладно, пусть. Ладно. Ты синициировать драку должна вот здесь, блядь. Все, сюда идут. Хаос, иди сюда. Нет, не идет. Давай. Бля, ну убейте вы крипов, блядь. Не давайте им видеть, блядь, где вы находитесь. Враги знают, где вы находитесь. И дают вам пизды, блядь. Спешу изо всех сил. Так. Роша, чё?
Хорошая есть, можем зайти. Ну, давайте, можете начинать, но я буду стоять вдалеке. Я вам варды сейчас накидаю. Вот кому надо, блядь, подойдите вот близко к стене, блядь, и хильтесь, блядь, потому что... Сейчас, блядь. Мы не ищем легких путей. Я заберу инвиз. Мне кажется, они все вот здесь. Потому что, бля, если их слишком долго не видно, значит они фармят. А если они фар... Оооо! Несите меня, кости! О, они все здесь. Они все видят, они вот здесь! Там вард стоит. Прям на виду, этот первым скиллом зарядился. Ай, долбоёб. Всё. Не начинай драку, у меня нихуя нет. Все, назад. Не надо ульту тратить, блядь. Он, блядь, прогорит, ты чё? У него, блядь, эти не бессмертные. Войд, возьми, пожалуйста, точку. Почти. Войд. Ладно. Я тоже брезговать не буду. Так, теперь вы знаете, что вот здесь стоит вард. Вот здесь стоит вард. И вот здесь на хайграунде стоит вард. Какие и что, не знаю, блядь. Центрики только вот здесь. Вот тут, наверное, обсервер. И тут, наверное, обсервер. Ага, везде варды расставлен. Блять, так обидно, да? Смотреть на врагов, которых ты не можешь убить, спектра. Вперед. Назад, ко мне беги. Ко мне беги, блядь. Ну да, я же в той стороне, блядь. Ну, конечно. Начни его драку вот здесь, блядь. Ну, ёбаный в рот. Ты, блядь, вынуждаешь меня использовать максимально тупо свой, блядь, скилл.
Максимально, блядь. Блять! Войт, блять, твой рот ебал, блять. Во всех физических проявлениях. Ты не яйцадр, блять, хуйня какая-то. Драка должна вокруг тебя происходить, блять. А ты всегда, блять, за три пизды, блять, от всей драки, блять. Ну почему ты, блять, бежишь в эту сторону, блять, тратишь половину хп, а потом возвращаешься, блять. Если я, блять, здесь стою, блять, с двумя ультами. Пиздец, блять. Нахуя вы эту хуйней страдаете? На, блядь. Все, ждите. Красавчик. Начни покупать метеор. Этот еще тупее, да? Ты типа их отталкиваешь или что? Или что это, блядь? Ну подождите вы меня, блядь, не начинайте драку, блядь. Ебать, пока бы нет, не дай. Она еще и тупая, блядь. Бля, репорт. Ебанушка. Долбоёб. Бля, ты конченый, я ебал, бля. Начинай заплёвывать. Что? Я, бля, пацаны, у меня температура, мне хуёво, блядь. Я играю, блядь, отвратительно. Еще и вы такие, блядь. Ха-ха, нормально. Пиздец, блядь, что это за тупые моменты от спектры? Бля, я ей лично репорт кину, я вам серьезно говорю. Максимально тупейшие, блядь, моменты, сука, были. Ты начинаешь драку, когда БКБ у тебя закончилось, блядь, и включаешь БКБ, когда они, блядь, просто тебя игнорируют. Нормально. Красава. Теперь вы должны играть от меня. Я вам на полном серьезе говорю. Сейчас можете пушить, блядь, но они возродятся, блядь, как мы только сломаем, блядь. Дизраптор, накидываю эту хуйню, знаешь, на Вайда. И варды, варды. Вот это скилл первый, на Вайда накидывай. Сейчас будет инвиз. Сейчас, бля, как только Энигму увидите, блядь, он сразу залетит. У него БКБ нету, так что я, блядь, на него хуйню накину. Вот ты начинай драку. Войт, сзади держись. Это тоже сзади держись. Эти вдвоем можете, блядь, впереди драться. Ну, драка, драка. Ёбаный твой рот, драка, блядь, начинается не без меня. Ты
сука, воет. Бля, вы никогда не слушаете, да, меня? Я для вас хуйня какая-то, которая, бля, просто орёт, бля, в микрофон, да? Ты мог начать эту, блядь, хуйню чуть раньше? Да. Все, пуш, там больше некого, блядь. Сейчас метеор был бы, можно было бы уже первые товары тащить. Все, все, верхний тавер, блядь, все, сломали, блядь, наверх. Сломали наверх. Давай, 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 давай. Подойдите ко мне, кому нужен хил. Пушьте эти два, три таура, блядь. Да там, блядь, хуй кто придет. Восстанови ману как-нибудь. Энигма, воспользуйся этим шансом. Несите меня, кости. Про ворды не забываем. Все, они в инвизе, они в инвизе. Ну так, блять, купи, блять, сапог, потом продай его. Купи вот здесь, блядь, какую-нибудь регенерацию маны, потом продай, блядь, у тебя 10 секунд восстановления маны есть. Просто покупаешь предмет за 800 монет, 10 секунд фармишь, блядь, ману, а потом продаешь его. И все. Вот тебе восстановление, блядь, идет. Так, срошить, ага. Мне нужен аганим. А, не, не нужен аганим. Мне этот нужен, рефрешер. С него. Я прошлую игру проиграл, потому что, блядь, не старались. Команда просто, блядь, разъебалась. Я 73 тысячи урона нанес, блядь, на Джакиру. А проиграли, потому что, блядь, никто нормально не мог, блядь, урон принять. Вот такие же, блядь, как Спектра, блядь, играли.
Бля, игнорируйте эти драку, блядь. Игнорируйте, блядь. Достреливай, достреливай. Отойди только из зоны, блядь. Да, 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 да. Все, уходи, тебе пизда. Ладно, неплохо, неплохо. Неплохо. Твоя смерть не стала напрасно. Блядь, сейчас бы еще и спектра, блядь, как-нибудь, блядь. Охуенно. Блядь. Блядь. Нет, ты старался, блядь. Блядь, спектра. Бля. Ну это тоже тупая, на первом скилле могла тебя остановить. Ну, видите. Вот про что я тебе говорил. Видишь, если бы ты не нанес урон, возможно, уже все это по-другому было бы. Че с войдом? Войдом, че? Заебала Дота? На ком, блядь, играл, блядь, уберись. А, вон, блядь, на ком он играл. А, блядь. О, сука. Здорово. Да, блядь, странные у вас, блядь, моменты бывают. Но я тебе добавлю сейчас, блядь, тиск покатать, блядь. Ну это пиздец, блядь. Я не понимаю, зачем вы, блядь, в некоторых моментах, типа, вы думаете, что ваш фарм важнее, чем у других, что ли, или что? Я просто не могу понять, честно. Типа, ну, я расфармился, блядь, я мидер был, блядь, я помог вам, блядь, ну, более-менее, блядь. У меня нету, блядь, скиллов таких, чтобы я разъебывал всех. Я типа пытался, блядь. А в конце концов, блядь, смотрю, этот, блядь, ну, мой фарм забирает, второй фарм забирает, блядь, движения какие-то тупые. И Нигма, блядь, может ульту дать. Ты, блядь, наоборот, близко подходишь. Типа, ну. Лучше держаться на дистанции, чтобы можно было всегда, так сказать, движения какие-то делать. Я очень спешу и... Thank you.
Your favorite part. Banning. Five seconds. Здорово, снова очередной группе людей, которые, блядь, никогда больше не встретятся ни с кем. Absolutely perfect. Absolutely perfect. Мут. Нет, я в смысле не нашей команде, а вот этому долбоебу Езекиилю, блядь. Ненавижу эту хуйню, блядь, которую невозможно отключить, блядь. Может, я не хочу слушать, блядь, голоса, блядь, ебанутых людей с интернешнлом. Почему у меня нет выбора, блядь? Зато у всяких, блядь, либералов, блядь, в Америке, блядь, чё угодно можно говорить. Блядь, белые люди, блядь, не должны жить. Ёбаный в рот. А, блядь, замутить этих долбоебов я не могу. Это демократия, нахуй. Не, а так нормально. Бля, ну, блядь, странная хуйня, блядь. Типа, ну, почему я должен слушать, блядь? И не... Ну, блядь, типа, если ты отключаешь, ты отключаешь вообще весь чат, весь, блядь, весь звук, понимаешь? Там, типа, нет специальной сейчас, блядь, подождите. Регулировочного, блядь, ползунка, в который я могу, блядь, слушать на 20%, блядь, эту хуйню, блядь. Абсолютно perfect, вот эти, блядь, знаешь... С английским акцентом. Ну не хочу я, блядь. Такой человек я. Я интроверт. Мне это нахуй не нужно. Я с вами, блядь, тоже не разговаривал бы. Ой, шо це таке, блядь? Цыган? Шо это? Да ну нахуй, где ты спиздил столько соло, ты, брат? Ёкарный бабай, ты шо? Ограбил ювелирку? Ты с первых минут мне начинаешь нравиться? О, мут. Да, ну, блядь, из нашей команды кто-нибудь хочет назвать? Ну, заранее, вдруг и... Нет, интроверт, который в зоне комфорта. Я интроверт, даже микро не узнаю. Ну ты же меня не видишь. Понимаешь? Типа, ну, бля, если рядом люди будут, я, блядь, такой, типа... Ну, ты понял, я, типа, молчу. Если вы, блядь, за три пизды, и у вас нет имен, блядь, то... Конечно, можно пиздеть. Почему, блядь? Да вы меня знать не знаете, блядь. Понимаете, в чем прикол? Я для вас никто, блядь. Я просто голос в вашей голове, если вы в наушниках. Ну и либо голос, который будет вашу маму, блядь, если бы. Ха-ха-ха, удачи. Если ты зайдешь ко мне по IP, ты охуеешь от жизни. Да. Давно. Раньше его на базу ставили, блядь, и типа фармились на нем. Концентрация. А, сука. Ненавижу снайпера с его самой быстрой, блядь, атакой в мире. Ааа, гандон. Как же это сочно! Сражать очень недальновидно. Если нужно,
Еще одна причина с радостью. Это утомительно. На меня напали! Мне не помешать. Уже ушел. Хорошо. Уничтожение. Мне скучно. В бой. В путь. Your middle tower is under attack. It's probably nothing to worry about. Бара, да ты соебал. Это запрещено. Узри истинную магию. Да. Хорошо. Леон по-братски подведено. Это утомительно. О. С радостью. Освещают мой путь. В бой. Я хорошо помню это заклятие. Вперед, к сути, еще не время. В путь. Туда? Какая скука! На меня напали! Вперед! Мне хорошо известно. Мне скучно. Заслуженная награда. Приступаю. Концентрация. Смеешь нападать на меня из недр волшебства.
Забирайте у него, блядь. Ты выгораешь. Немедленно. Забирайте у них, блядь, эти руны, блядь. Пацаны, у меня золота не хватает. Он, блядь, просто заебывает своими, блядь, хуйнями. Да стань, сейчас убьем его. Концентрация. Your middle tower is under siege. Бой! Уходи и болят. Мудрец нападает. Кажется, ты этого хотел. Великая тайна. Хорошо. Памятное заклятие. СС снайпер. Oh.
has fortified its structures. Ты смеешь нападать на меня? В путь! По-моему, сюда снайпер. Что? Помочь убить снайпера. Да нет. Он там, блядь, особо проблем не приносит. Вот ее можно помочь убить, блядь. Вы сейчас драку начинаете? Она ко мне бежит, я ее ветрами, блядь, заебываю. Если нужно. Ты даже не стараешься. Your middle tower is under siege. Оно стоило того. Все в мир. Идем нахуй, доломаем тавер, блядь. К вам двое выехали, Огр Мак и этот скелетон. Не знаю, дойдут они до вас или нет, но самое главное, вы в курсе. Да-да. Мне хорошо известно. О, это больно, пиздец. Хуя себе, братка, на инвальте. Чё, тебя что-то удивляет? Ладно, ты еще вырастешь. Ухожу. Мой ум, мое волшебство. Я буду помнить. Понимаешь? Эта обратка, она работает против всех героев на миду. Особенно против Хускара, Тинкера и Снайпера. Они, блядь, у них основной урон, это, блядь, краткосрочный, блядь, урон, понимаешь? Типа, блядь, они много наносят, быстро. Если ты им возвращаешь, и у тебя есть реген, блядь, они нихуя не могут сделать. А вопрос, а кто должен был вард поставить? Кому это сейчас моргнули? Кому?
Я должен был поставить. Типа, ну, я свою линию, блядь, обезопасил. Я, типа, блядь, вот здесь у меня ворды вон стоит еще. Ну и все? Типа, ты посмотрел на лягушку? Нормально. Лягушки клевые. Особенно, когда квакают. Ну а хули? Ну и хули нам? Правильно? Зачем долго играться, если можно не играться? Сейчас ускорись нас. Они догадаются, блядь, ебануть? На похуй. Бля, это спектра явно не из прошлой игры. Там, бля, спектра такая была, я ебал, бля, там пиздец. Он на хайграунде завязал БКБ. Ну, сейчас вы умрете, скажу. Он на хайграунде завязал БКБ, спустился вниз, ему дали пизды, блядь. Типа, ну, ранили сильно. Он поднялся наверх, постоял, бля, БКБ закончилось, он спустился вниз, ему дали пизды, блядь. Да, окончательно. Типа я говорю, нахуя? Я говорю, подожди, блядь, на базе, блядь, типа я сейчас возражусь. Нихуя. Я пока хуевасто играю, если честно. Сферы освещают мой путь. Двойной урон из недр вон заклятие. Горя. Внимание, узри. Маны нету. Маны нету, маны нету. Что? Если я говорю маны нету, все, я полностью дееспособный, блядь. Не дееспособный, точнее. Узри истинную магию. Если нужно, заслужим слова силы. Radiant structures have been fortified. Туда?
Блядь, ебитесь, ненавижу вас. Маны нету. Блять, не убил. Блин, конечно. Мне показалось, или снайпер, блядь? У него инвиз? А у него Мьёльнир, блядь. Да ну нахуй. Орчит, купите. Я Сильверэдж куплю. Сферы освещают мой путь. Кто смеет нарушать мою концентрацию? По-любому вар стоит. Обязуюсь. Магии просвещенный готов действовать. Союзник из ниоткуда. Но я не смог с него ману получить. Блять, нужно больше вордов. Я буду великая тайна. Памятное заклятие. Немедленно. Они где-то здесь все. В бой!
Будь осторожен, я быстро не подойду. Назад, с хайграунда их ёбнем. Заслуженная награда. Какая скука. Это утомительно. Сферы освещают мой путь. Мудрец нападает. Истинное божество. Чем тут? Варды кто-нибудь будет покупать или пошел я нахуй со, с такими запросами, блять? И мне никто ничего не обязан. Благодарю за понимание. Потому что, блять, 3-10, блять, это уже, ну, край. Сейчас, блядь, подожди. Давай, все, ускоряй, блядь, чё ты, копии. Здесь хайграунда спалили. Вот он. Памятное заклятие. О, да ну нахуй. Ладно, понял. Снайпера надо подъебывать, блядь. Типа чаще. Так, побольше вардов сейчас поставите, я буду, блядь, чисто на дурачка, блядь, я хочется. Бля, они 20 минут, 30 минут не могли, блядь, разъебать мой мир. Благодаря вам, благодаря вашим действиям. Долбоебы. Нормально. Так, ждем меня последнего, блядь, и потом залетаем. Спектра в любой момент ворвется. Я могу пойти вверх пушить. Да не стоит. Он просто наебанный, просто ебаный, я отлетаю сразу. Так такая же хуйня. Ты думаешь, как я умер? Просветление достигнуто. Сон есть, нет, освещенный, готов действовать.
Там очищение нужно, понимаешь? Мне хорошо известно. Союзник Узри! Узри! Если нужно... Я тебя уже забыл. Сражаться со мной — это честь. Бара, бара. Нихуя он. Вок мана есть, блядь, а второе значение, блядь, не менее важно. Мана есть, блядь, а было 80 хп. Можете пересмотреть, если не верите. Ну, я сделал максимум, все, что мог. На мне, блядь, 8 этих иголок, Бля, это игра, блядь, изо дня в день, бля, одно и то же, блядь, меняются герои, ситуации, ну, сука, нихуя больше не меняется. Блядь, это так заебало. Либо я старею, либо, блядь, игра в хуйню превращается. Хорошо, что хоть не багованная, блядь, вышла. А хотя нет, Реборн ебаный был, пиздец. Да, но делать нечего, мы, блядь, привыкли уже, блядь, к тому, что делаем всегда. Слушай меня, превосходный да, все, он был. Сдохли и умри. Ты зарабатываешь на моем фоне неплохо, да? Кто смеет нарушать мою концентрацию? Не. Рисково. Бля, мне нужен снайпер. Этот снайпер, бля, вечно здесь. А там, бля, он один не ходит. Какая скука. Как много заклятие, известное только мне. В пули восходит мой эксон глаз эксорт. Ох, сука, мрази, блядь. Да. Очи бывает, если не подумал, блядь, ебануть кое-что. Я буду по магии распространять.
распространяется. Узбекетвенный конструктор, освещенный, готов действовать. Из недр волшебства. Вели мою, мое волшебство. Уже ушел. Вперед. Богат заклятие. Известно как... Красавчик. Памятное заклятие. Че это было? А, Роша все еще раненый, блин, там стоит, если что. Если меня кто-нибудь ускорит, я могу помочь. Мудрец нападает. Бля, сейчас снайпер сюда придет. Заклятие. Слова силы. А я без мага. Какого пайпа? Ну, в смысле, это, блядь. Зачем мне это? Узри, богатая традиция. Срабис голубин. Сферы освещают. Сейчас подождем. Подождем. Они в любом случае подойдут. Глупо. Так тому и быть. Как сказано. Из недр волшебства. Босс величества. Ты не выстрелил? Истинное волшебство. Дракона будет? Приступаю. Бара-бара-бара, давай. Это утомительно. Ну, я тоже не бессмертный, так что ничего личного. Мы снайпера зато убили. Пиздец, какими путями, блядь. Если нужно. Немедленно. Из недр волшебства. Куда ты? Призрак Мирота. Ми это мой, а Рота это, наверное, рот. Туда? Бля. Мой English is very perfectable. Приступаю. Хуя ты беспалевный. Я буду помнить.
Серьезно? А как? А, у него... Если он съебется, бля, я вас возненавижу. Кусач. Если честно, я подохуел, когда он прыгнул. А? Не, я вас, я сказал, если он съебется, я вас возненавижу. Он съебался? Максимально, блядь, что ты можешь сказать, это в мир иной, блядь, это все. О, оригинал здесь, это заебись. Как будто когда бейсбол играет. Бля, если честно, я не понял. Твой второй скилл как работает? В него попасть нельзя, правильно? Уклонение, блядь, 100%. А почему башня, блядь, может попасть? Типа, блядь... Урон, блядь, снайпер, блядь, от дровки попадает внутрь, я нихуя не понял. Чё там, Роша, проверь на всякий. У них на хайграунд дивижн стоит. Ага. Ты смеешь нападать на меня? Ты перешел мне дорогу из недр волшебства. Заклятие, известное только мне. Сражаться со мной — это честь. О. Бля, как они заебали меня уже. Чё, дайте съебаться отсюда. Ухожу. Ну, дровка, здорово. Вперед. Бля, хорошо, что ты съебался, я за тебя беспокоился, если честно. Так, сейчас Рошу посмотрю. А потом беспалевно ко мне подойдете, если он там. Не. Так тому и быть. Хорошо известно. Магия распространяется. Узри. Thank you.
Серьезно, за кем они побежали? Убивают Рошана, наверное. Нет, там никого нет. Из недр волшебства. Как сказано. Превосходное, саморосвещенный, готов действовать. Давай, блядь, ему пизды дадим, блядь. Да ебал, блядь, урод. Ну пиздец, что это? Так не делается. Ну, блядь, ты просто испугал персонажа, блядь. Ну, типа, нахуя, непонятно. Мне если думаете, что я шучу, я не шучу. Назад, назад, назад. Не надо, не стоит оно того. Никогда не делитесь на их территорию. Невидимость. Всегда, блядь, делайте так, чтобы драка началась на ваших условиях. Сферы освещают мой путь. Бать, а ты ли это? Знакомая фраза. Я тебе еще про анальный фистинг могу рассказать. Не знаю, твой батя рассказывал такие вещи или нет. Приступаю. Я думаю, маловероятно. Бедняга. Ухожу. Памятное заклятие. Магия распространяется. Великой разрушители из воли и брони. Известное только узкости, истин из небольшого просвещенный гриф. Нет, 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 нихуя его там, блять. А сколько тут? Да ну нахуй, бля, вы видели, сколько у меня дебафов было, бля, штук 8, наверное, 9, блядь. Я типа только использовал, бля, все скиллы, блядь. Вы снайпа ебали? Вы ебали? Ну, бля, нормально. Вот тут, посмотрите, есть там кто-нибудь? Я потому что, когда возражусь, хочу пизды им, блядь. Мне есть? Мне аганим нужен. Это уже как раз третий, да, килл будет, или второй? Мне в любом случае все понадобится. Ага, я оба заберу. Не, шар точно заберу, а Егис пусть керри какой-нибудь возьмет. Вот ему надо. Бля. Второй нажми. Все. Да ты съебешься. Первый на крипом, ты... блядь, на низ, либо на мид. Не, все. А маны уже нет, блядь. Никуда она ничего не заезжает. Там, блядь, слишком много маны, я вам серьезно говорю, там, блядь, хуйню какую-то надо брать. Да ты заебал. Они Рошана, блин, загрели, чтоб тебе тоже пизды дал.
Это выебанный, блядь. Все равно неплохо. Бля, они отъебутся от меня. Я не могу, бля, их слишком много, вам серьезно говорю. Их прям очень сильно много. Нихуя у него урон, блядь. Уходи. Нормально, нормально. Пока нормально, пока нормально. Обязуюсь. Сейчас самое главное, дайте мне, блядь, завязать, блядь, торнадо всякие. Да, ну нахуй, еще одна проигрышная игра. Ладно, я спать. Всего хорошего, до свидания. Ну игра, блин, хорошая была. Мне понравилось. 7 лайков.